Ну что, сегодня 4.60. Результатом я немножко недовольна, но мне удалось победить, и это хорошо. Я защитила свой титул с конкуренткой, да, сильной, моего же уровня. Впервые на чемпионате Беларуси у нас такая конкуренция в прыжках шестом, и это очень мотивирует и радует. Еще два старта в этом сезоне. Я поеду в Россию, теперь к ней домой. Поэтому, да, мы еще с ней поборемся. И передаю всем привет своему тренеру, своему мужу. Всех обнимаю, люблю. И всем удачи, кто будет сегодня выступать и завтра.